Я считаю, что нужен еще один телеканал или не нужен, это не вопрос для голосования на берегу, скажем так. Это не вопрос гипотетических предположений. Это всегда вопрос зрительских предпочтений по факту. Вот сейчас мы увидим, нужен он был или не нужен. Вот, может быть, при некоторой там циничности и резкости этого заявления, я скажу так, что сейчас зритель проголосует пультом. Будет он его смотреть или не будет. И тогда будет понятно, мы правильно делали, что создавали такие преференции для общественного телевидения России, или наши предположения были ошибочными. Я, например, голосовал за те законы, которые, ну, собственно, создавали почву для появления общественного телевидения России. Мы свою работу сделали законодательно. То, каким станет это телевидение, вопрос тех менеджеров, которые этим занимаются. И я, например, в принципе не смотрю телевизор. Мне он не интересен, мне это неудобно. Я просто привык получать информацию из сети, в том числе и видео, и новости смотреть там, выбирая для себя, что я хочу смотреть, что нет, сколько раз, из какого места. Но я вполне допускаю, что у этого канала может быть некая аудитория, которой он будет интересен. При этом я, безусловно, желаю коллективу творческих успехов и надеюсь, что у них все получится. Но, безусловно, если ничего не получится, то не будет в этом никакой трагедии, и надо будет просто признать, что, значит, этот концепт, он себя не оправдал. Но я надеюсь, что оправдает. Потому что в данном случае, вот, если взять такой максимально общий подход, то чем больше контента разного, разнонаправленного, тем лучше, и тем больше возможностей у человека выбирать, что ему действительно интересно, что ему действительно хочется. Дай бог, что кто-то выберет и вот этот общественный канал.